Добрый день, мы на канале Топ Сад, и сегодня посмотрим, что у нас происходит с перцами, посеянными без земли. После посева семян перца без земли с помощью скрутки, семена проглянулись на седьмой день. И еще через 5 дней уже вот выглядели таким образом. Появились росточки и семидольные листики. Ну, почти все семена проклюнулись, кроме одного сорта. Вот его мы и забракуем. Так вот у нас выглядят наши проклюнувшиеся семена. А теперь посмотрим результат посева семян с помощью суспензии хлореллы. Вот так вот выглядят росточки. Вот это скрутка. И вот такие вот росточки. И семена, которые были посеяны с помощью эпина, вот так вот они выглядят. Ну, я даже не знаю. Ну, наверное, вот эти мне понравились бы больше. А как вы думаете, какие лучше выглядят семена? С помощью хлореллы или с помощью эпина? Подписывайтесь на канал Топ Сад. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы всегда рады новым друзьям.